Всем привет! Вот такой вот старый дедовский способ защитить нижний венец. У дома, у бани можно. Это завернуть в бересту нижний ряд. Просто в бересту. В кору. В июне набрать бересты и завернуть нижний ряд. Вот так вот по всему периметру. И еще, конечно же, обработать и звездкой. Распылить, покрасить. Вот надо под тумбочки положить. Так что вот такой вот такая вот природная изоляция. И антисептик, и изоляция одновременно. И бревно будет в целости, в сохранности. Даже вот здесь вот цоколь утеплял, на землю положил. Так что, вот такие дела.